Боже! Вот это подстава! Хоу-хоу-хоу, друзья, всем море привета, всем бугагашечки, Нептун здесь, и рубрика у нас сегодня новогодний Дарт Санта. Ну что, друзья, годик прошел, да? Пролетел, просто махом промчался. Наступил 2023, с чем я всех и поздравляю. И по нашей новогодней традиции я сегодня опять или вновь буду проходить Дарт Санту. Будем изгонять древнейшее зло, которое заползло в бедного Санта-Клауса. Для этого будем проводить ритуал изгнания. Но перед началом, конечно же, хочу всех поздравить с наступившим 2023 годом. Годом вроде как кролика, да? Поздравляю. Мне очень приятно, что несмотря на все невзгоды, несмотря на отключение монетизации, несмотря на очень тяжелое время, в принципе, сейчас происходящее, несмотря на это, мы все равно по-прежнему вместе. Я стараюсь для вас, вы смотрите мой канал, я очень рассчитываю, что даю вам немножко позитива и возможность отвлечься от проблем. Поэтому я вас люблю, друзья, и желаю всего самого лучшего в этом году, крепкого здоровья и, конечно, всех благ. Будьте добрее в это непростое время. И не забудьте писать в комментариях, как вы встретили Новый год. Что вам подарили, всегда люблю это спрашивать и еще больше люблю читать. Смотреть там, что там им подарили моим подписчикам в комментариях, пусть похвастаются. А вот я похвастаюсь своей елкой. Та-дам! Она у меня, конечно, не самая красивая на районе, но все же я старался ее украсить. И очень обидно, что вы не можете скинуть в комментарии фотографии своих елок. YouTube этого не позволяет. Но думаю, что в группе ВКонтакте где-нибудь вы всегда можете что-нибудь новогоднее запостить. Ну а я впервые, наверное, за долгое время, наверное, лет за 10, я впервые встречаю Новый год у себя дома в деревне. То есть я уехал в гости к моим родителям. Я уже мальчик взрослый, мои родители на пенсии. И они дома, как правило, всегда встречают Новый год вдвоем вместе, мама и папа. В этом году я приехал к ним в гости и решил встретить Новый год вместе с ними. Ничто не сравнится с маминой оливьешкой и салатом под шубой, да и вообще всеми остальными вкусняшками. Домашняя ламповая атмосфера с непривычки кажется еще более приятной, еще более теплой. Поэтому не забывайте о своих родителях. Ну и, друзья, давайте начинать. Плей. Тут две главы. Я уверен, что вы все знаете, это уже 7-й раз мы проходим. То есть 7, блин, лет. 7 гребаных лет мы проходим этого Дарт Санту. Сначала нужно собирать звезду и открывать как бы доступ к месту, где будем проводить ритуал. Во второй главе будем приходить, ну, сам ритуал, то есть нам нужно собрать 5 свечей и заманить Санту на эту пентаграмму, чтобы изгнать из него древнейшее зло. Погнали. О, я снова здесь. Как же это приятно. Да. Те же снежинки, те же деревья. И это, знаете, такое ностальгичное ощущение. Я ведь всегда в эту игру играю только в Новый год. Я ее специально, знаете, как, не знаю, как фильм какой-нибудь типа «Один дома», там, да? Я его не смотрю в обычные, ну, в обычные дни. Всегда только-только в Новый год. Поэтому я сейчас играю, и прям так классно, так необычно, так приятно. Ладно, ближе к делу, друзья. 7-й раз, друзья, проходим. Начал эту традицию, когда наступал 2017 год. Затем в 18 году, в 19, в 20, в 21 и вот в прошлом 22. Сейчас, друзья, 23. Так. Одна часть из 5. Тут, на самом деле, очень большая чувствительность. Можно ли как-то убавить? Точно, можно убавить. Давайте сохранимся. Видимо, придется заново играть. Так, я изменил чувствительность. И я снова вернулся к этому месту. То есть взяли мы первую часть звезды. Чувствительность стала намного приятнее и плавнее. И где-то здесь, по лесу, по этому заснеженному бродит проклятый Санта. Захваченный, ну как, охваченный злым духом. В этом году у меня, как вы знаете, немного проблемно с финансами. Ну, намного хуже, чем было в прошлом, поэтому я решил не выделываться. В этом году я жахнул салют поменьше, поскромнее. Жуткие звуки. Вот он! Вы только посмотрите на этого жуткого Санту. Боже, 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 он наблюдает! Этот мелкий ушлепок наблюдает за мной из-за деревьев. Так. Вот, кстати, ворота. Именно сюда нужно ставить звезду. Сейчас мы полностью соберем из 5 наконечников. В этом домике должен, да, должна быть часть звезды. 2 из 5, но этого мало. Полную звезду мы не соберем. С каждым разом, с каждой новой частью звезды Санта будет немножечко быстрее ходить.
и проблемно будет его ловить. Тьфу ты. Ну как ловить, точнее, будет проблемно от него убегать. Это он меня ловит. Но нужно быть начеку. Нужно быть начеку. С ума сойти, блин, серьезно, с ума сойти. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот! Вот он начал уже свои кровавые игры! Сейчас он мне хватит за жопу, меня схватит за жопу! Он реально, он не хочет уходить. Чувак, может ты исчезнешь? Ой, я в чё-то уперся! Я в чё-то уперся, боже! Гребаная елка! Гребаная елка! Так, ладно, ладно, он немножко сдался. У нас есть еще время. Так. Да, там была какая-то лачуга, в этой лачуге по-любому должна быть часть звезды. Вот, значит, можно наверх пойти. Лачуга с колесом. Это хреново. Ладно, он пока просто смотрит. Фух, исчез. Я думал, сейчас за мной уже идет. Так, давайте наверх пробежимся. Самое главное, чтобы у меня во время его нападения, ну, было побольше, скажем так, выносливости. Фух. Вы только вдумайтесь, 7-й раз я прохожу. 7 лет. Эта игра на канале. 7 гребаных лет. Это, возможно, у многих моих зрителей, наверное, огромный пласт жизни. У некоторых зрителей, возможно, половина жизни прошла. А все-все, прохожу и прохожу Дарцанту. Вон, смотрите, появился. На секунду. Попытался меня испугать. Но не тут-то было. Пожалуйста, пожалуйста, вот здесь. Да! Финальная последняя звездочка. И благодаря этому я всех поздравляю, друзья, с наступившим новым 2023 годом. Годом кролика. Надеюсь, вы все сделали подарки для своих близких, для родных, для друзей. Для меня. Для меня особо подарки, знаете, что для меня будет классным подарком? Для меня классный подарок — это ваши лайки, ваша активность, ваши просмотры. Ну и, конечно же, добрые комментарии. А знаете, какие самые классные комментарии? Комментарии осмысленные, когда вы, например, обсуждаете сюжет или какие-то моменты в игре. Не просто когда Нептун топ или я первый, а когда вы реально думаете о том, что, о чем была серия, вы пишете что-то конкретное, вас там зацепило, например, понравилось, или тайм-коды со скримаками. Так, теперь... Я не знаю, где он где-то позади меня. Мне нужно спуститься срочно. Да блин! По-моему, сейчас упрусь с дерева. Он прямо позади меня. Он дышит мне в затылок. Да где, блин, выход-то? Ну, в смысле, я знаю примерно, где он, но я заблудился. Мне нужно выйти в место, где палатка была. Так. По-моему, мне сюда. А, вот палатка, ну да. Все правильно, значит, мы идем. Палатку я нашел. Палатку я нашел. А еще что найду? Фигу покажу. Нет, я походу делаю все. Мои полномочия здесь. Нет, не все. Фу! Вот они, ворота. Санта позади меня. Я это чувствую, поэтому давайте подожмем. Боже. Открывайся, открывайся, боже. Первый этап пройден. Все. Прошли. Фух, это было напряженно. Что-то прям как-то в этом году, знаете. Я реально занервничал. Раньше было попроще. Как мне показалось. Теперь у нас, друзья, второй этап. Нужно собрать 5 свечей и заманить Санту в центр круга. Так, я на этом уровне всегда застревал, потому что тут свечки рандомно меняют свое положение. И как бы... Я иногда... Ну, я почти всегда застреваю на 4 свечках из 5. Какое красивое звездное небо, да? Всегда поражаюсь этому звездному небу. И отдельный респект всем зрителям, кто сейчас смотрит не первый год. Дарцанту. Я читал комментарии в прошлогоднем видео. А здесь ничего нет. В прошлогоднем видео, которое выходило в 2022-м. И там многие писали, что вот кто-то смотрел там в третий раз, кто-то аж в пятый раз. Знаете, это приятно. Это чертовски приятно читать такие комментарии. Что люди уже прокусили нашу традицию. Так, и, собственно, куда мы бежим? Вот
Куда нам бежать? Куда нам бежать? Вот, лачуга есть одна. Самое главное, чтобы свечки спавнились более-менее нормально. Есть. 2 из 5. Ну. Значит... А! Гребаный Санта плешивый. Боже, вы видали, как он выскочил резко просто? Как черт из табакерки. Нельзя аж так шутить, а. Я же не молодею с каждым годом, мне так сердечко прихватит. БГГ! Сегодня еще вечером, кстати, друзья, выходит тоже классный новогодний видосик. То, а что, ползешь? Да нет, смотри. Ни хрена он телепортатор? Чувак, а ты где? Телепортную пушку-то надо было, а? Хрена, видали? Телепорты, телепорты. Телепорты, телепорты. 3 из 5. И вот сейчас начинаются уже проблемные моменты. Ну, типа, я могу просто не найти остальные. Так, есть небольшое озеро, застывшее. С небольшим причальчиком, откуда классно нырять. Вот, по-моему, здесь должны быть 2 лачуги. И в одной из них точно есть свеча. Где будет 5-я, без понятия, да? Есть, 4 из 5, а прикинь, там еще и будет 5-я. Нет, конечно же. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну и, собственно, все, вот теперь проблемы. Я не помню, где там последняя свеча. Так, короче, я куда-то пошел. Я куда-то спускаюсь. Надеюсь, что Санта будет тупить и заблудится где-нибудь здесь. А, вот, кстати, пентаграмма. Я ее нашел. Нам нужно загнать древнее зло здесь. Поставим свечки, которые у меня уже есть. Все, осталась последняя свеча, и нам нужно сюда Санту заманить. Но, как вы понимаете, проблема в том, что свечку последнюю хз... Вон, вон, смотрите, смотрите, стоит. Хз, где искать? Он бежит за мной или все-таки... Или телепортируется? Вот сейчас мы его догонять. Проблема в том, друзья, что с каждым разом он реально быстрее бегает. И в какой-то момент я просто выдохнусь, и он меня схватит. Твою ж налево. По-моему, последняя должна быть где-то в районе этого мостика. И прямо на выходе должен быть домик. Вон фиган. Хрена, вы это видали? Видали гребаную скорость? С которой он, блин, бегает, тут носится. По этим, по горам, по лесам. Ой-ой-ой-ой, у меня проблемы, друзья. Вот за годом у меня одна и та же проблема. Боже! Вот это подстава! Собака сутулая все-таки меня поймал. 4 из 5 пока что мой рекорд, придется переигрывать, конечно же. Хоу-хоу-хоу. Пам-пам-пам, па-па-пам, па-па-па-па-пам. Пара-пам, пара-па-пам, пара-па-па-пам. Давайте еще одна попытка. На самом деле, эта попытка где-то, наверное, 5-я. Да меня потому что это подбешивает, вот представляете? А, нет свечи. Это 7-е мое прохождение, только вдумайтись. 7 лет. Ну, 7-й год я прохожу эту игру. Я до сих пор не могу запомнить, где, ну, точное, четкое расположение этих хибар, этих хижин. Ну, большинство-то я знаю, а вот последнюю, где обычная последняя свечка спавнится, я почему-то никак не могу запомнить. И из-за этого я всегда встреваю, застреваю на последних свечах, серьезно. Вот на 4 свечки из 5 у меня стабильно проблемы. Но сейчас вроде как я примерно знаю, куда мне бежать. Поэтому давайте на фасте пробежимся и заберем все свечки. Санта хочет отнять. Ну, точнее, жуткий злой Санта хочет отнять наш Новый год. Уйди. Ты же не заспавнился, да? Это же просто фантом. Чик. 2 из 5. Тарапапам. Пара-па-пам, пара-па-па-пам. Эх, Новый год. 1 января. Надеюсь, что стрим прошел хорошо, друзья.
Я напоминаю, что я в деревне. Здесь интернет не особо хороший. Да и делать-то особо нечего. Погулял чуть-чуть. Плюс холодно, снегопад. Погулял, посидел, да пошел, поел. Пошел, посмотрел, что-нибудь, поиграл во что-нибудь. Ну, думаю, что числа 2 или 3 примерно я вернусь. Домой и смогу. Да, вернусь домой и смогу нормально так постримить. У нас Гарри Поттер впереди, как вы знаете, наша новогодняя традиция. Напоминаю, что в этом году будет Гарри Поттер и Кубок Огня на прохождении. Фух. Морозные вечера. Тара-па-па-ра-пам. Пара-па-па-ра-пам. Па-па-па-па-па-пам. Да? Ой, не вовремя. Ой, не вовремя. Ой, не вовремя, блин. Даже свечку не дал мне взять. Вроде бы он испарился. Так, ай-яй-яй. Последняя свечка, точнее предпоследняя. Вот здесь обычно я всегда застреваю. Надо где-то найти последнюю лачугу. Вопрос только в том, где. По-моему, я должен найти ориентир. Мой ориентир. Я вижу ориентир. Тире-тире-тире-тире. Знаешь эту песенку, да? Как там? Тире-тире-тире-тин. Я вижу ориентир. Что-то там спасет мир. Я спасу мир, я убью Дарт Санту. Непременно. Это мы в начало пришли. Это мы пришли в начало. Это нам нужно сейчас идти вниз. Вот эта башня. С нее спускаемся еще ниже. И там снизу есть, по идее, пентаграмма. Вот он. Давайте мы поставим эти свечки. Хотя бы 4, да пока что из 5. По-моему, где-то здесь. Если мне память не отшибла, то где-то здесь должен быть последний домик. Я говорю, тренировался немножко, это распятый уже переигрываю. Да, вот он. Вот он, последний домик. Я его всегда теряю. Не знаю, вот сейчас будут... Ой, ты... Он защищает этот домик, я понял. Я понял, хорошо. Хитер, падлы. Хитрая падлы. Не боишься? Ой-ой-ой, ладно, ладно, окей, окей, не боишься, я понял. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, я заплутал. Я всегда теряю этот домик. Но сейчас я понял, что нужно найти пентаграмму, точнее собрать все 4 по кругу, потом зайти в пентаграмму, поставить свечки, чтобы не потерять ее. После чего идти от пентаграммы на одной из тропинок. Да, я это сделал, да! Получай! Фу, Дарт Санта пойман! Мы поймали этого гада! Все. Новый год спасен! 2023. Седьмое изгнание Дарт Санты. С чем я вас поздравляю. А игра поздравляет нас с тем, что мы вновь ее прошли. Ну вот и все. На этом будем заканчивать. Я подготовить вам второе видео на сегодня. Я, то есть, у меня наработки какие-то есть. Плюс я взял с собой ноутбук. Я на ноутбуке записываю и монтирую. Это установил программки, так что без видосов, даже сидя в деревне с плохим интернетом, я вас не оставлю. Интернет мне еще позволяет там более-менее заливать их. Так что все, друзья, будет. Большое спасибо за то, что посмотрели, друзья. Еще раз всех поздравляю с наступившим Новым годом 2023. Надеюсь, что он будет намного лучше, чем прошлый год. Потому что в прошлом году было, ну, какая-то жесть. Я надеюсь, что уже наконец-то все разрешится, наконец-то мы выдохнем свободно. Наконец-то YouTube вернет монетизацию, наконец-то закончится это напряжение в мире, это кровопролитие. Никому от этого лучше явно не будет, если все это продолжится. Очень надеюсь, что этот год принесет нам все-таки больше хорошего, чем плохого. Я вас всех люблю, друзья, конечно же, жду на канале. Новогоднего контента будет немало. До скорых встреч, друзья, всем пока-пока!